Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь» и очередной прогноз на матч чемпионата мира. В Катаре 2022 года Сенегал против Голландии. Ну что же, что можно сказать про эти две команды? Сенегал – действующий обладатель Кубка Африканских наций. При том, что интересный вот такой вот факт. В финале Кубка Африканских наций по пенальти Сенегал обыграл Египет. Все мы знали вот эту вот историю, то, что Мане обыграл Салаха, и также за выход на чемпионат мира Сенегал, заняв первое место в группе, вышел в раунд плей-офф, где встретился как раз против Египта. И, к сожалению, Мухаммед Салах не поехал на чемпионат мира также из-за вот своего, ну, уже бывшего одноклубника Садио Мане. Поэтому вот такие дела. Перерыв у нас. Первый тайм прошел без забитых мячей. Голландия тоже вечно потенциальная команда, которая где-то да может что-то выиграть, но всегда чего-то не хватает. Ну, хотя поколение футболистов, мне кажется, в этой сборной могло уже чего-то да и достичь. Видим ошибки Сильсона, голкипера Голландии, который на чемпионат мира-то по итогу не поехал. Вот, не знаю уж почему. Вот, поехали три интересных вратаря, тот же Ноперт из Херенвена, возрастной также голкипер, если не ошибаюсь, из Аякса, которому на днях там исполнилось 38 лет. Но вот мы видим, вот как себя показывали вратари и Сенегала, и Голландии. В этом матче у нас Сильсон и Эдуард Менди. Но мне кажется, будет все-таки основным голкипером у сборной Голландии на этом чемпионате мира именно голкипер из Аякса. Вот, но феерию мы видели по ходу всего матча, видели эти краткие моменты. Но вот забитый гол пришелся на концовку встречи, на 88-ю минуту забил Идриса Гуе. Игрок в бывшем уже ПСЖ значимой команды, опыта там поднабрался, вот сейчас является игроком Эвертона. У нас на канале есть карьера за тренера, поэтому Идриса Гуе в нашей команде есть. Уэйн Руни вот у нас тренирует Эвертон. Поэтому как-то так, матч на этом и закончился, единственный гол, поэтому ставим мы на победу Сенегала. Друзья, всем спасибо большое за просмотр, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видеоролики и стримы. А с вами был Андрей, канал Футбол, это жизнь. До новых встреч, друзья, всем до свидания.